В программе участвовали звезды эстрады. Среди них Наташа Ласка и Надежда Бабкина. Я в армии не служила, и как бы не предвидится этого, поэтому у меня есть гражданская позиция. Это обязательный праздник и страны, в которой ты живешь. Вот и все. Я с уважением отношусь к этому празднику. Концертная программа длилась 3 часа. Жители Химок признали, что концерт такого масштаба в их городе прошел впервые.